День, мои дорогие подписчики канала, люди, рыбаки. Сегодня хотел бы сделать обзор очков Fox. Вот, в этих очках я уже проходил год. Купил я очки Warrior, вот такие. Еще заказал себе одну дополнительную пару. Хотел бы рассказать о ихнем преимуществе. Вот, сейчас мы их распакуем и посмотрим. Очень хорошие очки, значит, это со сменными линзами. Вот в таком вот чехле фирменном Fox, очень жестком, очень хорошем. Вот, раскрываются они, и мы вот достаем, что идет в комплекте. В комплекте идут очки, в комплекте идет тряпочка с фирменным логотипом Fox для протирания. И в комплекте еще есть вот такой кармашек, в котором есть сменные линзы. Вот, линзы здесь есть серого цвета, есть коричневого цвета и есть зеленого цвета. Вот, при желании в течение нескольких секунд эти линзы меняются. За 3 года ношения этих очков вот, нигде ничего не разболталось. Они довольно-таки гибкие, довольно прочные стекла. Практически не поцарапались, но немножко стерлась надпись Fox. В целом, очень я доволен. Много моих друзей-рыбаков, которые тоже на рыбалке смотрели эти очки и ловили в них или просто ходили по городу, были довольны. Значит, стекла меняются одним легким движением. Вы нажали, и стекло у вас в руках. Вы достаете из коробочки другое стекло, и вот таким вот движением защелкиваете. Все. Вот, очки эти продаются в 2 вариантах. То есть есть очки Warrior, которые с 3 сменными линзами, и есть очки, которые без сменных линз. И в разной расцветке. Есть оранжевая с черным и есть зеленая с коричневым. Вот. Вот такой вот на сегодня получился у нас коротенький обзор. Смотрите, покупал я их в магазине Карбзона, самый нормальный магазин с самыми хорошими ценами. Вот, Polaroid здесь стекла стоят. Ну, ссылочку я брошу внизу под видео. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. До новых встреч!